Привет, меня зовут Кася, и я эксперт по коммуникациям в TechSoup Europe. В очередном эпизоде нашего видеопособия я помогу вам стать мастером по созданию визуально привлекательных графических изображений. Одна из лучших функций приложений Canva для НКО заключается в том, что Canva Pro удаляет фон и может загрузить изображение с прозрачным фоном. Давайте проверим на этом фото. У нас есть несколько людей на фото. У нас есть фон. Давайте отредактируем изображение, используя «удалить фон». Несколько секунд, и вот он. Волшебный момент. Работает. Классно, правда? И если вы хотите что-то восстановить, или если есть что-то похожее, но я не знаю, на этот ноутбук, который у вас есть, вам просто нужно выбрать кисть и использовать ее. Мне действительно нравится этот эффект. Применить. Можно добавить немного фона, что-то из наших фирменных цветов. Да, вот он. Немного текста. И готово. Если вам понравилось это видеопособие, следите за TechSoup Europe в соцсетях, чтобы получать больше образовательного контента. Мы облегчаем работу активистам и некоммерческим организациям, предоставляем доступ к технологиям, ресурсам и сообществам.